Протечки больше не будут мешать учебному процессу. В корпусе номер 4 17-й школы в Трехгорке, до сентября это была школа номер 16, начался долгожданный ремонт крыши. Депутаты Мособлдумы от «Единой России» Лариса Лазутина и Дмитрий Голубков проверили качество проводимых работ. Строители должны накрывать все пленкой, создавать тепляки для того, чтобы вначале просушить. В общем, поздно вышли на стройку. Поэтому сейчас тут очень важно, конечно, качественно выполнить все работы, чтобы крыша не потекла. А вот на вопрос, как тут проходит работа, мы ответим весной, когда мы увидим, что нет протечек в крыше. Сейчас еще рано об этом говорить. Поэтому тут очень важно все работы сделать в таких сложных погодных условиях качественно. Первый слой крыши, который обеспечивает гидроизоляцию, успели положить до наступления холодов. При этом ремонт не мешает учебному процессу. На объект строители попадают через отдельный вход и с детьми не пересекаются. Родители очень рады, что наконец-то крыша будет отремонтирована. Ну, в общем-то, учебному процессу это не мешает, так как у строителей отдельный вход, отдельно, так сказать, все условия безопасности соблюдены. Поэтому все идет. Многие даже не замечают, что идет ремонт крыши. На ремонт из бюджета выделено более 10 миллионов рублей. Работы начались в середине октября и должны быть закончены в кратчайшие сроки. Процесс контролируют депутаты-единороссы в рамках проектов «Новая школа» и «Народный контроль». Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».